Ежедневная работа в офисе приводит к многочисленным проблемам позвоночника. Чтобы избежать этого, врачи рекомендуют делать зарядку на работе, либо посещать спортзал. Я решила начать с фитнес-зала. Отвлечься от работы и привести мышцы в тонус поможет тренер Анастасия Рожина. Новичкам она советует начать с йоги, а именно с йоги в гамаках. Перед тем, как парить в воздухе, правильно настраиваем дыхание. Все, начинаем. Вдох. Выдох. Затем разогреваем мышцы и приступаем к занятию. Стопы на ширине тазобедренных суставов. И делаем плавный наклон вперед. Сводим руки вместе. И круглой спинкой поднимаемся обратно. И еще раз наклон вниз. Руки вместе. И круглой спиной вверх. Когда человек в гамаке, то его тело расслабляется, становится меньше напряжений в позвоночнике. Сложные упражнения или асаны новички должны выполнить уже на первом занятии. У меня не получается. Пробуем перевернуться. Колени в стороны и захватываем гамак снаружи. Пробуем снова. Соединяем стопы ног и при помощи тренера со второй попытки кое-что получается. Говорят, в таком подвешенном состоянии кровь лучше циркулирует по организму и насыщает кислородом верхнюю часть тела. В обычном же положении кровь скапливается внизу, и чем выше человек, тем сложнее сердцу гонять кровь по организму. Мне с моим ростом 1,80 м такие занятия просто необходимы. Очень важный момент. Обязательно в конце расслабиться. Вдох. И выдох. И собираем всю энергию к себе. Ладонь к ладони. Молодцы. Очень быстро навык вот этот на самом деле приходит очень быстро, потому что ты привыкаешь вот к этой конструкции, ты понимаешь, как она работает, как она тебя держит. И, в общем-то, потом страхи все уходят. Можно свободно переворачиваться. Тренера, конечно, слушать надо. Обязательно. Во-первых, это успокаивает. Я по характеру очень энергичный, очень подвижный человек. И для меня вот эта йога, она дает вот это успокоение, когда действительно придешь и можешь расслабиться и помочь себе именно расслабиться, потому что в жизни не получается. В жизни все время движение. Помочь своему телу можно не только с помощью йоги. В фитнес-студии «Роксана» около 30 видов занятий. Я считаю, что это очень здорово, потому что человек все равно должен обладать каким-то выбором, чтобы прийти и получить удовольствие от тренировки. Удовольствие от тренировки мы получили. Надеемся, что и польза организму будет. Назира Дисимбаева, Алексей Евтодеев, Лариса Сергеева. Вести. Зауралье. А у нас вообще в